Привет, вы на канале Мишейла. А вот это моя младшая сестра Наргиз. Я вам расскажу об очень интересном животном, которое называется кошкой. Они с самого рождения живут у нас. Когда они были маленькие и беспомощные, они питались только молоком, а теперь кормлю их только я сама. Мурчание кошек очень полезно человеку. У людей, у которых дома есть кошка, у них реже болит сердце, и они дольше живут. А еще кошки удивительно бесшумно двигаются. Кстати, в Древнем Египте кошка считалась священным животным. Египтяне верили, как богиня, она дарит солнечный свет людям. Кошки меняют цвет глаза, а еще они лучше всех видят в темноте. Можно сказать, что человек не нужен кошке, потому что кошки очень независимые, как в мультфильме «Кот, который гулял сам по себе». Я рассказала то, что знала о кошках. Надеюсь, вам понравилось. Пока!